Итак, друзья, как вы знаете, сейчас зимняя распродажа в Стиме с 22 декабря по 5 января. Ну, точнее, она продолжается. Сейчас только 2 января началось, поэтому еще 2, впереди 3, 4 и 5, еще 4 дня распродажи, то есть время есть. Что здесь видим? Horizon, скидка на игру 20%, самая маленькая скидка, которую только здесь видел. The Elder Scrolls, 319 рублей, Civilization, значит, 6, 400 рублей, 75% скидки. Но, друзья, здесь вот еще, смотрите, допустим, Ark Survival Evolved, ARK, значит, смотрите, со скидкой 80%, то есть стоила она где-то 1000, сейчас стоит 186 рублей. Значит, также лично мне, ну, смотрите, мне понравилось здесь, ну, вот Daylight не особо люблю, но, смотрите, ниже еще, вот, допустим, на серию игр Metro, здесь, допустим, Metro Exodus продается 60% скидкой 639 рублей, ну, и тогда Skyrim со скидкой 75, ну, видите, здесь вот огромные скидки 67 и действительно 87%, 70%. И так далее, 88 и так далее. Project Cars, ну вот смотрите, Project Cars 2 продаются с 84% скидки, 84% скидки, то есть 319 рублей, то есть есть из чего выбрать. Galactic Civilizations, ну и так далее, серия игр по Wolfenstein, ну допустим Blood Young стоит 299, а Wolfenstein 2 259 рублей. Вот, так что, значит, друзья, огромные, как вы видите, скидки, распродажи серьезные. И кому как, на любителя, ну, допустим, на Doom последний скидка 67%. Вот, то есть, ну, короче, друзья, ссылка будет в описании, выбирайте сами, смотрите, здесь огромное количество серий игр Just Cause, ну, допустим, Just Cause 4, причем Expansion Pass 329 рублей, интересно, обычный Just Cause 4 почем будет? Just Cause 3 продается за 65 рублей. Это просто. А Just Cause 2 за 32 рубля. А Just Cause 1 вообще за 20 рублей. Вот так вот. Я даже, честно скажу, я никогда не видел Just Cause 1. Ну и 4 Just... А, ну и 4 только в комплекте идет. Какой-то Just Cause 4 Expansion Pass. Друзья, ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.